На заре нашего мира, задолго до того, как землю населили люди и животные, на небесах разразилась война. Высшие существа, которые не должны были умереть, начали убивать друг друга. В пылу битвы было утрачено оружие немыслимой силы. Победители объявили себя богами, побежденных нарекли титанами и навеки заточили в темнице под горой Тартар. Скажите, с помощью какой мантры можно достичь освобождения? Благодарю за ответ. Непонятно, освобождение от чего? Не уточню. Мантра – это ман, ум, атра, очищение. Но очищайте ум с помощью любой мантры. И тогда мы поймем, что, как действовать дальше. Обычно под освобождением это достижение совершенства подразумевается. Просто это какой-то неправильный термин освобождение. Сейчас многие его применяют, а мне он непонятен. То есть освободиться от чего? От рождения, от смерти, там, от старости, да? То есть освободиться от уроков. То есть мне это вообще непонятно. Я вообще, что такое свобода? Тоже непонятно. Что подразумевается под этим? Есть воля, есть свобода. Воля – это вол, я, быть тут, что хочу, то и делаю. А свобода – это с волей бодаться, это противостоять своей природе, своей сущности. Кому свобода нужна? Мне свобода не нужна, мне воля нужна. We'll be right back.
нам